Наталью Папандопула утвердили в должности начальника управления торговли. Она начала карьеру с рядового сотрудника на муниципальной службе 2 года. Будем на вас надеяться. Будем. Анапу будут активнее продвигать на федеральном уровне. На эти цели в городской программе по повышению инвестиционной привлекательности предусмотрят порядка 600 тысяч рублей. Средства получены за счет перераспределения между расходными статьями. Депутаты изменения поддержали. В селе Супсех появится сквер воинской славы. Теперь это официальное название. Его утвердили депутаты. Уже сформирован участок площадью более 5000 квадратных метров. Подготовлен проект. Также название получили 3 новые улицы. И в селе Супсех Анапского района у нас присваивается наименование 3 проездам. Проезд Изумрудный, проезд Агатовый, проезд Алмазный. Для доступа и присвоения адресов к 70 земельным участкам, находящимся в собственности граждан. Порядка 2 миллионов рублей из краевого бюджета поступили на ремонт и оснащение клуба в хуторе «Просторный». Еще 300 тысяч выделены из муниципального бюджета. В клуб хутора «Чекон» приобретут аппаратуры на 100 тысяч рублей. Кроме того, почти 116 миллионов рублей Анапа получила на развитие инфраструктуры. Соответствующие изменения внесены в бюджет. Ольга Родина, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.